Почетный ректор ПГУ рассказывает, сама идея Евразийского союза впервые была озвучена именно на академической площадке в МГУ на одном из первых съездов Евразийской ассоциации университетов. В нее входит и Приднестровский госуниверситет. Приднестровье сегодня, как и на протяжении многих лет, сохраняет пророссийский вектор развития в социальной, культурной, образовательной и многих других сферах жизни. Сохранение исторического единства с русским миром – это отражение национальной идеи и национальных приоритетов Приднестровья. Конференция в ПГУ собрала экспертов из России, Абхазии и Приднестровья. Научные и культурные связи евразийского мира не теряют актуальности, но на первый план сегодня выходят задачи, продиктованные экономическими реалиями. Основой евразийской интеграции на современном этапе прежде всего служит экономическое сотрудничество. Однако данный процесс приобрел многоаспектный характер. В настоящее время для ученых-экспертов России, Приднестровья и других стран Евразии актуальнейшей задачей является поиск и обсуждение возможных путей модернизации методов евразийской интеграции, их адаптации к изменяющимся геополитическим реалиям. В ходе конференции пройдет несколько круглых столов. В них, кроме ученых и экспертов, примут участие и студенты. Темы разговора – от межуниверситетских связей до экономической безопасности России и Приднестровья. Наталья Пильщикова и Игорь Мацота, ТСВ.